Mari Mari, cam ieșit în finală. Adică mai ales la scorul 0-2 când era la penalti, am crezut că nu credeam că o să pierd totdeauna, nici la scorul ăla. Și, cum spune, Domnul ne-a ajutat azi și am ieșit în final, câștigat. Întrebări pe profe. Победа, конечно, но вторая игра в кубке и забивается дополнительное время, это для вас не тревожный звонок? Ну, как сказать, победа. Победа, как говорится, не пахнет, да? Мы очень рады, что мы выиграли. Ну, в кубковых матчах вы даже сами видите, что даже за границей там в финал попадают команды второго, третьего дивизиона, правильно? И тоже, как таково, как и сегодня, игры такой как бы не было, было очень много борьбы, потому что была большая ставка сегодня, сами понимаете, выход в финал. Ну, я был бы рад и в финале также выиграть дополнительное время. Для вас сегодня больше плюсов или минусов? Скажем так, в эмоциональном плане для нас, я думаю, что больше плюсов. А дальше уже будем делать выводы, будем слушать тренеров, что нам скажут, на что нам покажут, где правильно, где неправильно, и будем двигаться дальше. Cred că foarte, foarte, foarte chiar important, că dacă nu veneam, cum spun, cu emoțiile și cu tehnica și cu tot, aveam să pierdem, dar așa am câștigat și nu știu ce să mai spun, e o bucurie mare, adică. Voi jucătorii înainte de seria următoarele de departajare, ați vorbit cu Emil Tâmbăr, ați spus ceva lui? Nu, desigur, fiecare a dorit să ne ajute. Și, adică fiecare a dorit, fiecare a bătut palma, dar așa ceva să-i spunem că el a bat încolo, el a încolo. Nu, adică l-am încurajat. Final с Милсами и выходит таким образом, что в течение 5 дней Зимбр дома два раза сыграет с Милсами. 19 мая в Кубке в субботу, 19 мая в чемпионате в субботу и 23 мая в чемпионате в Кубке, значит, в финале, путаюсь, извините. Как считаешь, это больше плюс или минус то, что перед финалом Кубка дома играем с тем же соперником? Я, честно, я вам не скажу. Время покажет, как бы, что это плюс или минус. Но мы будем двигаться, как таково, для нас не будет такого, что вот в чемпионате нам не важно, или, а в Кубке важно, или наоборот. Мы будем двигаться от игры к игре. И стараться выигрывать каждый матч.